В Министерстве здравоохранения считают, что приоритетными для отрасли является формирование первичной медицинской помощи. Приоритет в розвитку будь-якої країни світу в галузі охорони здоров'я має бути первинна медична допомога з орієнтацією на інтегроване надання медичної допомоги, тобто це сімейний лікар. Інтегроване надання медичної допомоги – це означає сімейна медицина. І другий компонент – це акцент на профілактику. Также изменений требует и кадровая сфера на всех уровнях. Качество подготовки и система распределения времен Советского Союза давно себя изжила. Но все реформы неосуществимы без главного фактора. Без изменения финансовых и экономических рычагов, на мой взгляд, не пройдут никакие изменения. И какие бы мы тут ни рисовали проекты, всегда будет мощное сопротивление на всех уровнях. Вот, потому что не будут работать какие-то понятные экономические механизмы. В Одессе считают, что прежде всего необходимо перевести медицинские учреждения на самостоятельное определение финансовых потребностей. Это решит проблемы с медикаментами и оборудованием, что в дальнейшем позволит перейти к решению вопроса обязательного медицинского страхования. Мишель Арманд, Виталий Прус, Думская ТВ.